Стиральная машина горение, проблема в моторе, мотор Атлант, расплавился магнит. Буду разбирать мотор и буду смотреть, можно ли его отремонтировать. Но кажется мне, что это будет проблематично. Машинку перегрузили, стирали какую-то дорожку. И, видимо, мотор сильно грелся, и магнит слетел, расплавился. И сейчас, вот видите, якорь с трудом проворачивается. Хорошо, что мотор разборной, не заклепанный на болтах. И буду смотреть. Не нашел я магнит на этот мотор, на таходатчик, поэтому решил я смастерить сюда таходатчик от Индезита. Вот такой вот таходатчик. Здесь хороший магнит, твердый, крепится вот на таком винтике. Потом просверлил резьбу сверловым троечкой М4, метчик нарезал резьбу, и хорошо получилось крепление самого датчика. Вот в эти точки просверлил отверстие, нарезал тоже резьбу. Вот что получается. Сюда положил гаечку, чтобы хороший был упор. Вот так аккуратно получилось. И здесь я уже освободил провода от таходатчика и просто фиксируем их сюда. Единственное, здесь есть разница по сопротивлению катушки таходатчика. На родной катушке 16 Ом, на индезитовском 65. Ну, как на форумах я почитал, в принципе, проблем никаких не должно быть. Ну что, осталось его попробовать на машинке. Мотор, как видите, свеженький, машинка буквально недавняя, еще меньше года, 21 год, 19 марта. И еще покажу вот такую информацию по колодке мотора. Так, мотор поставил с индезитовским датчиком. Машинка благополучно работает.